Dis-moi bonjour, Sieth. Comme tu es. Еще увидимся. Sur ce, Dios vos guarde. Valde in regno de Egypti, faraoni. Obsessus cum profeta musi imprecari mala magna quae fecerat. Deus musi et somniorum. Frari canes belli cubili exarsit. Sic facia in porfelium et ambulato pirium. Садись на любое место. Матушка скоро начнет. В темных водах. Но тут возжег он свет свой благой, столь славный, столь яркий. Вы верно помните, как святой Теурин вернул к жизни сгоревшую девицу? И я в детстве обгорела чуть ли не до смерти, но святой явился мне у алтаря, коснулся и исцелил. Время не властно над его мощами. Он коснулся меня, чтобы я коснулась вас. Да, такого даже Локи не выдумал бы. Бог есть свет. Но чем заняты вы в сиянии его? Всякий печется лишь о себе, погружаясь во тьму. Помыслы ваши, ваши сердца и тела отданы дьяволу! Все вы обречены, и нищий, и король, и королева. Изберите себе ныне, кому служить, ибо грядет суд, а с ним либо избавление, либо вечные муки. Помолимся. Исчезла. Похоже, ей что-то известное королеве. Надо ее найти. Ты печалишься? Мой муж пропал. Он давно ушел за избавлением, и его все нет. О, это я виновата. Что еще за избавление? Муж меня любит, но вдруг решил оставить. Его сбил с пути истинного дьявол. Мы послали его в Аквилу на обряд избавления. Матушка сказала, что так можно изгнать дьявола. Значит, обряд проходит в Аквиле? Да. Там обитель матушки.
Бедный мой муженек. Но ведь он цел, правда же? Молись своему богу, но на всякий случай готовься к худшему. Да, нужно молиться. Молиться. Нужно заглянуть в Аквиллу, где проводят эти обряды. Тут есть таверна. Может, там кто-нибудь подскажет, где найти матушку?
Королева у матушки. На печати тот же знак, что я нашел в покоях Ингельвина. Я выпущу тебя отсюда. Нет, оставь меня в покое. Мне нужно молиться об избавлении. А ты иди. Матушка хочет подвергнуть королеву обряду избавления. Тут говорится, что под криптой в Аквиле есть тайный зал. Нужно найти эту крипту. Трудиться велит днем и ночью. А спать-то когда? Хозяин, я тут впервые. Расскажешь, кто такая эта матушка? Наши пьянчуги только и говорят, что о ее обрядах избавления. Да, Бастиен? Дурень громогласный. Садись, Норман. Бастиен тебя угостит и расскажет все, что хочешь. Так, Бастиен? Да, это я, громогласный Бастиен. Бастиен пропоится, но еще и щедрый Бастиен. Так ведь, хозяин? Садись, Норман, я и тебя угощаю.
Ты знаешь о нас больше, чем мы о тебе. Из каких ты мест? Я только что из Миллиона. Миллион? Ты что же, из людей Сигфрида? Я всего лишь странник, друг мой. Сторонись, Аквилы! Туда забирают народ для избавления! Могут и тебя сцапать! Расскажи мне побольше о матушке и этих ее обрядах. У нас от них прибавилось забот. А уж когда у матушки появилась знатная пленница... Шшш, Бастиен, молчи. Это божье дело. Что еще за пленница? Да кто ее знает? Вроде как из свиты короля. Где Бастиен? Только об этом нельзя болтать. Не то Господь услышит. Выпьем, друзья! Бастиен угощает! Я слышал, ты говорил о матушке. Чего ты подслушиваешь чужие разговоры, проклятый норман? Тише, друг. Мне просто любопытно. Коль тебе так интересно, матушка, выйди через заднюю дверь, пройди по дороге да постучись к ней. Ну-ка. С этими безумцами и так сладу не было. А теперь у матушки еще и знатная пленница. Об этом нельзя говорить. Ты что, Господа не боишься? Сидре! Фонжальер! Сюнина.
глазами, Сюнин. Thank you.
Бдительная тут стража.
Меня не должны узнать. Накину капюшон.
могла бы и победить. У него при себе какое-то письмо. Накину-ка я капюшон. Много добычи. Нужна дружина. Я сам не справлюсь. Thank you.
проклятие! Ну же, помоги мне! Здесь есть чем поживиться! Эй, сюда! Подойди-ка сюда! Thank you.
Мне тут нужна помощь! Сундук! Добыча будет наша! Yeah!